В резерве у Реала на этом матче Адан, Рикардо Карвальо, Модрич, Бензема, Кальехон, Сиен и Начо. Ну, неплохо. В принципе, можно даже не уезжать с новыми запасными до четверга. У Валенсии Гуаита 5-0. Сисоко, Каналес, кстати, появился впервые после своей травмы. Виера, Нельсон, Эдо Вальдес, Бернат и Бараган. Анхель Ди Мария. 5-0-2. Второй пол забивает Анхель Ди Мария. Генич, он пишет, переключился. Давайте, давайте. Слабаки. Может же быть очень интересно. Ну, правда, вот неужели не ропота чем это кончится? Ну, 5-0 в первом тайме, Валенсия, 0-5. Кто мог подумать, а?